такие зажигательные мелодии здесь играют. Вот какая каменная композиция. Даже не знаю, что это такое. Что бы это значило. Здесь должны были быть рыбки. Все понятно. Так, ну, сейчас туда поедем уже. Скоро. Так, а в Буду тут зайти-то можно, нет? Потому что в Нячанге обходишь Буду с заднего прохода. Там есть вход внутрь. Ага, тут он тоже есть, но закрыт. Не сегодня. Все понятно. Фрески, барельефы. Ух ты, цветочки какие красивые. Цвет замечательный. Моей бы маме понравилось. Такими деревцами можно отдохнуть на скамеечке. Прохладненько, прохладненько здесь. Сколько градусов, не скажу. 25-26. Может даже 30. Эх, не было бы облаков, было бы почетче видно Дананг. Было бы, конечно, лучше значительно. Ну, ничего не поделаешь, в любом случае, вид просто зашибенский.